Глава района Заур Хамирзов провел еженедельное планерное совещание со своими заместителями и главами сельских поселений, на котором обсудили текущие рабочие вопросы и перспективные проекты. Одна из главных тем – санитарно-эпидемиологическая обстановка в Кашхабльском районе. Динамика такая. В прошлый понедельник у нас больных был один человек. Это было 15 число. На 18 число у нас было трое заболевших, на 19 4 человека заболевших и на вчерашний вечер 7 человек заболевших. Значит, за неделю у нас рост плюс 6. Из этих 7 человек, значит, 4 человека находятся на амбулаторном лечении и 3 человека находятся на стационарном лечении. Хотелось бы, да, тоже обратить внимание, ограничения до конца не сняты, в соответствии с этим просто не расслабляться, потому что и динамика немножко нестабильная. Мы понимаем, что ситуация может измениться, поэтому необходимо жестко следить за исполнением предписаний Роспотребнадзора, подчеркнул глава района. Глава поселения, прежде всего, я обращаюсь к вам. Именно от вашей слаженной работы зависит очень и очень многое. Особенно там, где массовые мероприятия проходят. Также на совещании обсудили ход вакцинации против коронавируса. Заместители главы района представили доклады о контроле за реализацией национальных проектов, проводимой работе по достижению показателей оценки эффективности деятельности исполнительной власти и органов местного самоуправления, о ходе работ по переселению граждан из ветхого жилья. Начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов, в свою очередь, представил информацию о готовности к клещевой обработке территорий Кашхабльского района. В этом году планируется проведение данного мероприятия, значит, наступление благоприятных погодных условий. Благоприятными условиями являются наступление теплых солнечных дней со среднесуточной температурой плюс 10, плюс 12. Это примерно середина апреля. В это время наступает период массового размножения, питания и обработки по клещам наиболее эффективным. В этом году планируем обработать 1439 гектаров. По прошлому году было отработано 1282, то есть в этом году добавилось 157 гектаров, это Бучуксин 100 гектаров добавил, Ходс 50, Кашхабль 7 гектаров. В числе основных вопросов планерки – готовность техники Кашхабльского ДРСО к весенне-летнему сезону. В целях повышения транспортного эксплуатационного состояния автодорог на 2021 год запланированы следующие работы. Это ямочный ремонт асфальтобетонных и черногравийных покрытий с применением мелкозернистых асфальтобетонных смесей. На участках автодорог, не подлежащих ямочному ремонту в связи с большим процентом разрушения покрытия, будут выполнены выравнивающие слои из горячих асфальтобетонных смесей. В соответствии с проектами организации дорожного движения, замена щитков, дорожных знаков и установка новых знаков, сигнальных столбиков. Систематически будет проводиться работа по очистке проезжей части автодорог и полосы отвода от мусора и посторонних предметов, подходах к мостам и тому подобное. Покос в период роста сорной растительности вокруг дорожных знаков, сигнальных столбиков и включительно и к мостам. По состоянию на сегодняшний день для успешного выполнения работ в весенне-летний период, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, предприятие подготовило к работе 26 единиц дорожной техники. В том числе это грузовые самосвалы на базе КАМАЗа 5 единиц, трактора с роторными косилками 5 единиц, трактор универсальный экскаватор-погрузчик 1 единица, грейдер 2 единицы, это тяжелые и средние, бульдозер 2 единицы, погрузчик фронтальный 3 единицы, асфальтоукладчик 2 единицы и катки 5 единиц. Будут выполнены также работы по покраске металлического перильного ограждения, очистка полос безопасности ездового полотна, нанесение вертикальной разметки на железобетонное барьерное ограждение. В этом году запланированы также работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на поверхности покрытия общей протяженностью 165 км. Автодорог общего пользования в весенние и осенние периоды эксплуатации автодорог. С докладом об организации работы по контролю за уровнем воды в реках и состоянием гидротехнических сооружений, а также о готовности к пожароопасному периоду, выступил начальник отдела по делам ГО и ЧС Николай Зверев. Планерка завершилась приятной церемонией. Глава района вручил почетные грамоты и благодарственные письма Комитета Республики Адыгея по делам национальности, связям с соотечественниками и средств массовой информации
за самоотверженный труд, а также за бесперебойную работу в условиях пандемии сотрудникам Единого информационного центра Кашхабского района.